Всегда спасаем души, ничего такого. Девчушка с необычным именем Олимпиада удивила и преподавателей, и своих однокурсников. Я в шоке. Впервые в новой истории Балаковского промышленно-транспортного техникума на судоводителя пришла учиться девушка. Парни обещают помогать однокурснице, но сами удивляются. Профессия довольно сложная, можно сказать, чисто мужская. Здесь не только у штурвала надо стоять, но и знать и уметь многое. Английский, физика, астрономия, география. Научимся управлению судовождением, вот, профессиям, как судовождение, моторист. Сегодня порог БПТТ впервые переступили около 200 первокурсников, которые будут получать знания по 9 направлениям. У каждого большие надежды на будущее и четко поставленные цели. Познавать как что-то новое, новые инструменты для готовки, чтобы дальше выше пойти и чтобы работать где-то в престижном месте. Это раньше считалось, что в техникумы и колледжи идут те, кому знаний не хватает для поступления в вузы. Сегодня в среднем профессиональном образовании представлено множество востребованных специальностей, и многие ребята даже с отличными аттестатами выбирают СПО. Тем более, что базы колледжей и техникумов сейчас постоянно обновляются. 2 года назад на территории техникума располагалась 1 аккредитованная по стандартам национального чемпионата мастерская. Сегодня их уже 4. И впереди планы на устройство еще 3 мастерских. Мы создаем все условия для того, чтобы вы, ребята, смогли реализовать все свои возможности, чтобы вы, ребята, могли реализовать все свои способности и выйти из стен нашего образовательного заведения достойными, высококлассными, высококвалифицированными специалистами. Да и с трудоустройством проблем не возникает. Специальности, которым обучают в данном техникуме, высоко пользуются спросом на рынке труда нашего Балаковского района. И подтверждением этому является тот факт, что сегодня здесь присутствуют руководители ряда промышленных предприятий нашего города. Техникум был всегда, есть и остается той базой, в которой бывший школьник получает те знания, которые позволяют ему прийти в эту жизнь и быть востребованным на разных участках экономики нашей страны. Наше предприятие динамично развивается и готово принять каждого из вас, начиная от практики, заканчивая готовым специалистом. Отправляя первокурсников в большое плавание, сегодня многие желали им стать профессионалами. А вот епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей попросил ребят стать хорошими людьми, такими, как герой Николай Грибанов, чье имя носит техникум. Необходимо развивать добрые, хорошие качества своей души. Ни один профессионал, который имеет злое, завистливое, серебролюбивое сердце, не сможет выполнить свой долг, свою работу. Птица летает, когда развито 2 крыла. Я считаю, что здесь можно применить к нашему случаю. 1 крыло – это профессиональные навыки, 2-е – это добрая, любящая душа. Я хочу, чтобы за время учебы 2 крыла у вас были развиты, и чтобы вы парили высоко в небе. С праздником!